Сегодня мы вас поздравляем с наступающим Новым годом, который буквально уже, как говорили раньше, стучится нам в дверь. Следующий год – год собаки. Очень хороший год. Но вы знаете, что в нашей стране, как ни в какой другой стране мира, Новый год начинают отмечать 31 декабря и заканчивают 15 января, после проводов старого Нового года. И это, конечно, очень тяжелое время для нашего организма, потому что люди много едят и, самое главное, еще выпивают в этот момент. Вот. И мы хотим от нашей компании Power Matrix пожелать вам, ну, во-первых, хорошо встретить Новый год, потому что Новый год – это время исполнения желаний, это очень такое сакральное время, желания исполняются. Мы в это верим. Вот. И самое главное – правильно подготовиться к этому периоду и после. В чем заключается подготовка? Ну, перед тем, как сесть за стол, ну, лучше в графинчике развести реликтумы для всей семьи, который, ну, хотя бы на литр где-то воды, хотя бы капель 20. Вот. И запивать им все, что вы пьете, и едите. Таким образом, вы поможете своей печени, почкам, поджелудочной железе не перенапрягаться. Потому что, ну, во-первых, вечер, уже ночь, вот, уже организм весь уснул. И вдруг такой удар по желудочно-кишечному тракту. Вы знаете, что у нас есть и поджелудочная железа. Ангел всем советую добавить в те горячительные напитки, которые вы будете пить. Потому что ангел очень хорошо убирает сивушные масла. И, соответственно, у вас не будет утром болеть голова, не будет похмелья, будет хорошее настроение, и вы сможете с удовольствием продолжить как бы праздновать Новый год. Но и в то же самое время ангел очень улучшает качество напитков. Вы даже можете попробовать, у кого хорошие дегустаторские способности. Просто вы заметите, что вино станет мягче, водка не такая горькая. Вот, поэтому, если особенно вы идете в гости или в ресторан отмечать, и вы не знаете, на каком масле будет все пожарено, вот майонеза сейчас много добавляют, салаты и так далее, то есть готовая пища будет не то, что вы готовили сами, то тоже очень важно выпить хотя бы несколько капель под язык поджелудочной железы, потому что поджелудочная железа страдает больше всего. Вот, и острые панкреатиты после Нового года, они не так уж и редки. Вот, поэтому наша продукция, она как раз направлена на то, чтобы максимально сгладить побочные эффекты. Ну и, конечно, алкоголь. Чем опасны крепкие напитки свыше 30 градусов? Что когда вы их выпиваете, вы должны 100 грамм напитка запивать практически литром воды. Поскольку алкоголь, если вы не попьете, алкоголь начинает, он как бы сушит организм, выводит дополнительную жидкость из него, и таким образом начинают страдать мембраны клеток. И первые мембраны, которые страдают, это мембраны головного мозга. И если пить несколько дней подряд, ну, даже не в стильку просто, а вот просто выпивать, там по 100, по 200, по 300 миллилитров водки там, или коньяка, таких вот тяжелых напитков, то если у вас есть гипертоническая болезнь, если вы перенесли там, ну, если уж инсульт, я думаю, вы не будете пить, но даже могут отдаленные быть последствия, это развитие инсульта. Поэтому пейте достаточно жидкости. Вот. И самое главное, не забывайте про церебрум. Перед сном выпейте церебрум или даже до того, как вы сядете за стол, потому что он улучшит питание наших нейронов мозга, и у вас все пройдет без побочных эффектов. Потому что очень большая ошибка, когда наши люди выпивают и ждут кайфа. Вот когда наступает кайф, это говорит о том, что у вас идет отравление нейронов головного мозга. Вот, поэтому
ну так уж не хочу вас пугать, но в принципе надо с философской точки зрения подходить, и тем более, если вам уже более 50-60 лет или 70, все-таки помните, что самое главное, вот обезвоживание мембран клеток может приводить через 5-6-7 дней к развитию ишемического инсульта. Вот. Ну и самое главное, если у вас есть заболевание такое, как сахарный диабет, и вы принимаете лекарства, особенно таблетки, то вы должны знать, что алкоголь снижает сахар и пролонгирует действие препаратов сахароснижающих. Поэтому вы выпьете таблетки, как обычно, часов 8, а если вы будете садиться за праздничный стол, то вы лучше выпьете рюмку там коньяка или сухого вина, или выпейте рюмку водки, ну, что хотите, выпейте, но лекарства никакие не пейте. Вот, и закусывайте, всем советую закусывать, с чем-то легким, ну, там, рыбкой, курочкой, никаких колбас, конечно, сыра, ничего на ночь не есть. Вот, и вы не испортите себе и своим близким Новый год. Вот, и сахар у вас не упадет, потому что алкоголь... Он раздражает поджелудочную железу, и в ответ на это при сахарном диабете второго типа выбрасывается инсулин. Вот, поэтому ни в коем случае не допивайте таблетку в 12 часов ночи, еще одну, как бы для того, чтобы нормализовать сахар. Пускай он у вас будет повыше на следующий день, но вы попьете минералочки, попьете реликтума и выпьете свою таблетку перед завтраком, там в 12 или в 2 часа дня, мы не знаем, когда еще там проснемся. Вот, и у вас совершенно ничего не будет, если у вас будет даже сахар 10. Вот, пожалуйста, очень аккуратно, вот люди с гипертонической болезнью, люди с сахарным диабетом, вот, и со всеми хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Вот, так что вот это вот как бы и поздравление, и пожелание правильно встречать не только Новый год, но вообще все праздники, и знать вот эти вот особенности действия алкоголя, самое главное, на мембраны мозга, потому что мозг состоит из жира, это 1,5 килограмма жира. Вот, и поэтому очень важно, чтобы... А мозг – это еще очень интересный орган в том плане, что организм на него расходует больше всего энергии. Когда мы с вами лежим на диване и смотрим огонек, 10% вашей энергии жизни, ну, вообще энергии вашего организма уходит на работу мозга. Если вы начинаете думать, уходит еще больше. Поэтому самый главный орган в нашем организме – это мозг. И от его работы, от сохранения нейронов зависит наша с вами жизнь, потому что все внутренние органы, вообще вся система представлена в нем. Вот, поэтому не повреждайте свой мозг, берегите его. Вот, и с помощью этой продукции, я думаю, он вам очень долго-долго прослужит. Спасибо вам большое. Вот, еще раз с Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом. Самое главное, всем здоровья, успехов и продвижения нашей компании для блага всех. Спасибо.